Ревизия окружения. Как вы можете быстро изменить свою жизнь? Быстро можно, когда вы будете видеть другие стратегии. Не когда вы будете вариться в своем соку, да, потому что не сильно там что-то другое сварится, а когда вы будете постоянно изучать другие стратегии. Другие стратегии очень быстро изучаются, когда кто-то рядом с вами идет и что-то по-другому делает. Поэтому сначала, если мы хотим изменить свою жизнь, мы меняем окружение тотально. На стратегии женского расцвета мы изучаем, как изменить в офлайне, в онлайне окружение. Поэтому изменение окружения ведет к другим привычкам. Мало того, когда вы выбираете более высокоуровневое окружение, девчата, как бы вы мне ни рассказывали, что мне хорошо вот в том мире, в котором я живу, да? Я в это не верю, потому что иначе вы бы не слушали этот вебинар. Вот, поэтому мы все хотим измениться в каком-то направлении, в этом, в этом, в этом. Если вы хотите какой-то из отраслей, областей своей жизни измениться, изменяйте там окружение. Те люди будут вас форматировать своими привычками, своими стратегиями, тем, что они другие, вы будете смотреть. Я, допустим, независтливая, но есть большинство людей такое шикарное качество, зависть, шикарное. Оно дает нам импульс к развитию. Вы будете видеть, как они хороши в том, чего вам не хватает, и будете хотеть туда двигаться. Они будут для вас примером. Поэтому изменяйте свое окружение, ваш стиль жизни под него подтянется.